Итак, начинаем путешествие по Марокко. Главный курорт Марокко – Агадир. Почти все путешествия пакетных туристов начинаются здесь. Туристическая зона города зачищена от местных жителей. Мы прилетели в Рамадан, и местные резали баранов где-то на окраинах. Шкуры валялись еще через день. Океанское побережье и променад впечатляют. На горе над бухтой светящаяся в темноте огромная надпись на арабском «Аллах, Отечество, Король». Агадир в переводе с берберского означает просто «укрепленный чердак». Не знаю почему. Агадир состоит из трех частей. Первая часть – это туристическое гетто на побережье. Пляжи, отели, рестораны вполне доступны, в некоторых местах алкоголь, созывалы и прочее. Посередине города обширный участок отведен под парк, который денно и ношно охраняют полицейские солдаты. Это Королевский дворец, где государь в своих непосильных трудах на благо Отечества трудится. Фотографировать дворец запрещено. Наконец, есть районы Страшники, где живут простые марокканцы, без такой излишней роскоши, как тротуары, зелень, общественный транспорт и прочее. Через день адаптации стартуем в поездку по Марокко. Сюда вернемся на 3 дня финального релакса.